В Лондоне продолжается программа второго дня 14-летней Паралимпиады. К этому часу россияне завоевали 4 медали. Еще одно золото в нашу копилку положила легкоатлетка Маргарита Гончарова, добыв победу в секторе для прыжков в длину. Марина Клименченко взяла серебро в стрельбе из пистолета из 10 метров. Бронзовую награду в пауэрлифтинге весе до 52 килограммов принес Владимир Кривуля. Еще одна бронза у дзюдоиста Шахбана Курбанова в категории до 73 килограммов.